Короче, план такой, я спущусь немножко ниже, потому что ниже кукляк не сильно раскатанный. И вот видите, параллельные полосы, они все уходят туда влево. Там, в принципе, уклон не сильно большой, но я думаю, его будет достаточно. Если что, пешочка немножко пройдет. Как бы красная трасса недалеко, вон она видна отсюда. Вон там видит. Она там уходит влево, так что нам нужно вообще влево. Там просто ставишь доску на кант, она присоединяется, а там дерево такое. Перекантовывается. Все, погнали. Подожди. Можно было замереть или можно двигаться? Короче, постарайтесь особо, ну, не то, что прям вообще не тормозить, но сильно слишком скорость не сбрасывать, ну и, конечно же, не падать. Там он, ну, там он немножко вверх пойдет, такие вот будут моменты, что можно, можно и не выйти. Да. Погнали, погнали.